Всем привет! И сегодня мы будем продолжать играть в Plants vs. Zombies Garden Vapers. Я получил нового пирата. Вот как он, в принципе, выглядит. Это акула. Пират поймал мини-акулу. И сейчас мы, в принципе, будем всех обстреливать со снайперки. Потому что, глядите, как она приближает сильно. Я буду стрелять по кораблю. Может, что-нибудь и случится. Да ну, навряд ли. О, он стал тоже стрелять. Давайте, стрелять. Ладно, это не поможет. Я пошел в мультиплеер. Ай. Буду помогать растениям. С башен... Ой, с зомби с башенками. Я уже чушь несу. Начинать. Уи! Матч найден. В принципе, сейчас дал... Да. Great White... White North Knight. Отличный... Белый... Север... Ночью. О, да. Как раз погодка для старого капитана. У меня такая тактика. Я стою в безопасном месте... А другие пускай стараются. Я здесь вообще-то ни при чем. Ну что, пират, готов сыграть? Ребят, я ни при чем. Я просто буду стоять. Так, только бы сюда запрыгнуть. Самое главное, сюда хоть как-нибудь запрыгнуть. Я супермен, если сюда запрыгну. Я суперкапитан. Или как там говорят. Суперкапитен. Так. Суперкапитен. 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 Супер-супер-суперкапитен. Суперкапитен. Суперкапитен. Супер-суперкапитен. Так. И всем помогать. Оба. Так, помощь. Ребята, ребята, хотите шутку расскажу? У меня фейерверк есть. Я знаю, это не шутка. Кто хочет посмотреть на фейерверк? Никто? Почему вы все такие скучные, а? А кто хочет посмотреть, как выглядела реальная пушка в древние времена? Ну почему вы все настолько скучные? Ладно, я пошел. Многие это сделали, и я сделаю. Идеально. Бежать, 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 бежать. Так, они там обстреливаются с кем-то. Надо понять, с кем. Надо бежать. Ага. Я залезу куда-нибудь. Или не залезу. Братан, ну за что? Я же твой братишка. И я умею то же самое, что и ты, даже лучше. Ненавижу чомперов. Потому что они могут убить тебя с первого раза. Вот из-за этого я их и ненавижу. Сделаю-ка я зомби. Ну, ведерко, ведерко, пошли, я твой командир. А куда ведро уже делось? Кажись, он отстал от моды. А, перепрыгнуть эту штуку? Не перепрыгнул. О, спасибо, братан. Большое спасибо. Я тебя тоже спасу. Стой, я хочу ходить с тобой, я тебя спасать буду. Ой. Там, кажись, кактус где-то стоит. Так, а где? Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Ай, они все там. Я тебя вижу, я тебя слышу. Огненный горох. Я все о тебе знаю, огненный горох. Я тебя вижу, я тебя слышу.
Бюриме. Окей. Не, что-то здесь, мне кажется, здесь что-то не так. Осьминожек, отомсти за меня. Кажется, не получилось. Братан, стой, ты куда? Дай мне такой же велик. Ой, наушники спадают. Братан, дай такой же велик. Я слепой дядька. Пожалуйста, мне хотя бы двигаться бы побыстрей. У меня серьезно, у меня даже шляпы нету, я слепой. Так. Ага, они там стараются победить вот этого Кренделя. Если мы его выиграем. Хоба, хоба, хоба. Да, как ты мог? Синий Крендель, ты что здесь? Есть! Или это был не я? Да кого это волнует? Это был я. Прими вкус самого меня. Ребята, вылечите, пожалуйста. Молю вас. Ладно, я вас тоже лечить не буду, раз вы такие. Супер Брайан, привет. Мы здесь денежки копим на набор с легендаркой. Может быть, тебя выбьем. Если тебя выбьем, тебе скажем. Активировать супербочечку. Ой, я прыгать не умею. Пришло время мне по праву отомстить кому-нибудь. Быстрей! Взрывать! Зря я взорвался. А я думал, это подсолох меня убил. Несправедливость. Окей. Начинаем тур номер 2. Медленный, высокий, быстрый и эффективный, но мало урона. Но зато быстрота, посмотрите, какая. Так, братан, не волнуйся, я спасу тебя. На-на-на-на-на. Прости, я хотел тебя спасти. Мы продули. Ребят, я в другую сторону, окей? Ну, за 2 секунды ничего нельзя успеть сделать. Дайте догадаюсь, от... нуля от 1000 до 10. Фух. Но зато еще, по-моему, где-то 10 000 или сколько-то. Короче, где-то 10 000 больше, и я куплю легендарный наборчик с предметами. Вот он. Конечно, могу купить это, но не хочу это. Может выпасть легендарка. Мне осталось всего-то 13 000. В принципе, если обыграть почти все базы и проиграть, то 13 000 набрать можно. Поэтому вперед, братья мои. Мы должны победить в следующем раунде, который начнется прямо сейчас. Лунная база. Земля родная. Что они с тобой сделать хотят? Ну, смотря за кого мы играем. О, как раз подходит. Инопланетяне вперед. Я здесь что, только один по теме вылез или как? А, кажись, мы атакуем. Да, я один, кто здесь инопланетянин. Я единственный, кто по теме вылез. Уи! Инопланетяне, вперед! Так, надо стрелять там. Может быть, кого-нибудь я травлю. Ай-яй-яй! Меня отравили. Так, лечиться. Чуть-чуть, подсолнух, давай, все.
Так, кто-то теряет жизни. Стой, стой. Вот так вот. Так вот. Ай-яй-яй-яй-яй. Вылечи, пожалуйста. Я лечил тебя. Кажется, ему тоже плохо. Ладно. Ракеты с инопланетическими червями, которые стали зомби. Я что вообще такое несу? Я хочу разбить эту ракету своими лепестками. У меня не получилось. Бежать, прыгать, не доставать. Короче, план Б. Я просто несусь на всех парах, чтобы победить. Или хотя бы встать на защиту зомби. Ага. Нет, лечить, лечить, лечить. Ся. Я стал ненавидеть пиратов. Спасибо тебе. Оздоровительный центр готов. Ой, а откуда у тебя такой фиолетовый? Окей. Врата пламени номер два. Так. Ну что, все готово, можно идти. Инопланетяне вперед. Кому-нибудь нужно лечение? Продается бесплатное лечение. Вот бесплатное лечение. Так-так-так-так-так. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Самое главное — тишина. Кажись, его подбили. Я не успел. Так. Так. Теперь аккуратненько встаем вот здесь вот. Ай, меня убивают. Вставать вот здесь вот. Это куда? Это куда тебе срочное лечение нужно? А, сзади тебя, сзади тебя! Ну как ты мог? Ты ведь видел, что там плохо все. Эх, растения, растения, ничего не понимают. Хоть я само растение, но какая разница? Это сейчас никого не волнует. Чичка. Неожиданный сюрприз! Ха-ха-ха! Ну, хотя бы робота уничтожил. И то хорошо. О, вход! Я, кажется, попал в рай. Это вход в рай. Это вход в ад. Мне что-то как-то... Кстати, как говоря, сейчас тебя я отравлю, кстати, как говоря. О, наши атакуют. На-н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 а. Солнечная моя энергия. Ха, солнечная моя энергия. Но меня победила. Я видел какой-то зомбила. Так, окей, окей. Ребята, обороняйтесь. Лечить, 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 лечить. Стой, я еще не вылечила. А ладно, я пошел атаковать. Все. Можно бежать. Надеюсь, там нету рядом замков. Они еще не успели прибежать. Я очень надеюсь на это. О, привет. Может быть, соединимся? О, отлично, мы соединились. Ой, я забыл, у меня здесь украшение. Одно. Глядите, я с вами покажу то, что мне попалось как раз из этого легендарного набора. Но он не легендарный, он может быть легендарным. Кстати, тебя покастюмизировать. Так. Раз ты Элен, то тебе бы что-нибудь по цвету. А это по твоему цвету очень идет.
Так, сердечки, или вот такой. Есть сердечки. Так, у меня новое что-то есть. Там я уже сам забыл. О, вот. Такие вот земные цветы, да, земные цветы. Якобы. Ну, тебе это не идет. Тебе пластырь прилепим. Бэк. Да нет, тебе вообще ничего не идет. Тебе просто нон. Нон. Так. И вот оно. Радужная хилка. Тандара-дандар-дан. Ну, продолжаем. Я готов. Мы должны добраться туда. Так. Горох здесь, я здесь. Ой-ой-ой. Там полный обстрел пошел. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Здесь повсюду обстрел. Что делать? Они окружили эту местность. Но мне сейчас самое главное не выиграть и набрать 13 тысяч. Самое главное не спутаться и вместо зомби стрелять по растениям. Вот это самое трешовое будет. Ой, здесь огонь парит. Здесь больше этой пыли не будет. Все, я пошел отсюда. Мне только этой пыли не хватало. О, нет, лечиться! Лечись, лечись, лечись. Ты еще нужна нам. Ну что, пошли? Будем вместе участвовать. Стой, надо вылечить горох. Ах, ладно. Пошлите. Так. Ой, там кто-то есть. Ой, откуда у тебя такая элитная шапка? Ладно, план Б. Тот, который я говорил в начале. Просто бежим, сломя ноги. Если видим кого-нибудь, кого можно вылечить, лечим, пока бежим. Опа. Вот, вот по ним, вот по ним. Вот да-да-да-да, вот по ним. Ай-яй-яй-яй-яй. Слишком быстро. Давай чуть-чуть помедленнее. Один раз в секунду. За это время я уже успею тебя победить. Как раз. Эх. Надо запрыгнуть на эту бочку. Почему в этой игре так трудно прыгать? Ой. Лечить. Да не тебя, а их кого-нибудь. Роза вылечена. Стой. Мандарин, апельсин, цитрон. Цитрон, отомсти за меня. Ну все, пришло время тяжелой артиллерии. Надо бы подобраться к ним поближе и не слишком близко. Ну или желательно повыше. Ага, они там. Да, мы не успеем. Это конец. Ну, навряд ли мы 13 тысяч получим. Ну, хотя, кто знает. Чуть-чуть не хватило. Вот совсем чуть-чуть не хватило. О, я попал в список, я попал в список. Надо. Я не успел. Ну ладно. Зато я попал в список. Мне не хватило всего 2000. Зато я вылечил больше всех человек. Я не понимаю, как зомби так не вырвались. Ну хотя я уже понимаю. В принципе, их никто не убивал, раз мы так много раз умерли. Кому-то даже зомби дали награду за 22 убивания растений. Как так можно?
Даже мы не так много сделали. Биваньки. Ладно, начало следующего уровня, и где мы теперь окажемся? Опять лунная база. Ну, теперь охранять или опять бегать? Надеюсь, охранять. Мне уже надоело бегать. Так, я играю за зомби. Давайте кого-нибудь инопланетянина. Если нет, то будем растить. Ну или давайте робота. А робот кто у нас? Z7 Imp. О, охрана. Охрана. Выход. Зачем нам три выхода? Доктор Зомбас, надо ему позвонить будет потом. И спросить, зачем три выхода? Нет! Чуть-чуть ведь осталось. Давай. Держись. Ура, я делал почти невозможное. Опа, решил собраться сюда, да? А здесь я. Был. Ну, все ясно, я пошел на другую карту. А, и, кстати говоря, алло, доктор Зомбус, почему у нас три выхода? Вообще, я не это имел в виду, ну ладно, пошел защищать. Кажись, доктор Зомбус узнал то, что мы провалились. Ой. Как они так быстро меня завалили? Я знаю, ты не улыбаешься, и это ложь. Ты не умеешь улыбаться. Потому что у тебя маска. А в масках ты никогда не видно, умеешь ли ты или нет. Ни одному кажется, или нам сейчас будет очень плохо. Но мы должны выстоять. Я буду здесь стоять и охранять эту штуку. Ой, мы не с той стороны. Еще бы чуть-чуть, и было бы очень плохо. Ах, как же я ненавижу плазму. Жалко, что у меня нет плазмового зомби. Если вообще такое существует. По-моему, существует. Так. Трудноубиваемый. Да почему? Ты на меня именно... Двое против одного, это нечестно. Значит, я активирую свою нечестную сверхспособность. Активировать свою нечестную сверхспособность. Я вообще кому-нибудь убью в этой своей способности? Видимо, нет. Пока, цветочек. Ой. Так. Кажись, мы не выживем эту партию. Эх. А все ж начиналось так хорошо. Как ставишь миньончиков? Стой! На этот раз я поставлю. Вот ты. О, лечилка здесь. Я буду с большой высоты стрелять. Давай. Есть. Я успел. Я почти впервые успеваю. Ребята, они уже почти пробрались к нам. Ну что это за защита такая? 2000 мы точно наберем. Но если мы будем уж и проигрывать, то тогда это будет слишком долго.
Пожалуйста, мы должны выиграть. Этому железному ням-няму. Ай! Мне больно. Мне больно. Мне очень больно. Как вообще в эту штуку мог попасться? Мне так не хватает. Сейчас. Уи! Почему всегда, когда я использую сверхспособность, вы уже здесь? Почему? Просто скажите путь. А, точно. Это же не из наших. Ай! Ну все, пришло время сменить улыбочку с глаз твоих. Пришло это время. Потому что я использую серебряного супер Брайна. У которого тостер на голове. Я готов всем мстить. На-на-на-на-на. Хей, барана. Хай-ди-буди-бади-бунди. Хай-хай-хай-хай. Да просто ударь же их. Просто ударь этого плазменного. Меня съели. Но зато я двоих уничтожил. Это лучше, чем ноль. Нет, не лечи его. Только понял то, что он лечит. Эх. Опять пробили нас. Ну, как я помню, в этой миссии вроде бы... Я не помню. Но, по-моему, это... Надо защитить зомби. Нет, это в зомби-тауне. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, хлоу. Почему у тебя осталось так много хп, шичак? Я ведь ударил целых 3 раза тебя. Шарами. Так, 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 так. Вот бы у меня был супер-мега-прыжок. Ау, джамп. Зачем я использую это на нем? Ну, окей. Ай-я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 й. Упади! Есть! Я добился своего! Она упала! Она упала! Как я это сделал? Мои предсказания почти всегда сбываются. Сейчас я уничтожу хотя бы одно растение. Я предсказываю это. А сейчас уничтожу какое-нибудь растение. Я сейчас уничтожу... Короче, я уничтожу скоро одно растение. Ой, кажется, мое предсказание не сбывается. По крайней мере, сейчас. Да. Я бы уничтожил одно растение. Да просто вот вам, просто вот вам. Просто вот. Да. Да ну. Да ну. Кажись, нам конец, ребята. Бежим! Ой, стоп. Защищать ведь там надо. Пожалуйста, пожалуйста, мы должны выиграть. Ну, конечно, мне конь. Ну, мне все равно, но все-таки надо выиграть. О, я теперь умею лазить по трубам. Супер Брайан развивается. Он теперь умеет по трубам прыгать. На-н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 а, давай, давай, давай. Почему мои шарики сносят так мало урона? Их ведь целых 3. Надо. Стоп, это ведь растения. Их надо топтать ногами. Растения. 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 Растения.
Уи! А, слишком далеко. Я не сумел про... Ох, чуть не застрял. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. На-на-на-на-на. Так. Они уже немножечко ранили нас, но он... мы не выживем. 100% не выживем. Мы за 3 минуты и 30 секунд ничего не сможем сделать с ними. Они слишком разумные. Мы слишком неразумные. Поэтому... Хе-я! Опа. Растение ушло с нашего поля, я сказала. Ушло. Мы ускорились немножечко. И... побили растения. Ой, нет, нет. Не успели побить растения. Я даже один раз прикоснуться не успел. Мне бы сейчас ловушечки бы расставить. Опа, кто-то близко, кто-то уже близко. Ну, их можно просто... Стоп, ты кто такой? Почему у тебя такая шапка? Я спасу тебя. Прости, я не могу тебя спасти. Мне нужно было торопиться. Ты возродишься. А вот это не возродится. Поэтому, кстати, мы еще можем выиграть. Мы выиграем! Так, стоп, на нашем поле есть растения? Вот насчет поля не знаю, но вокруг меня есть. Ой. Хорошо, что я был в это время наверху. Стой. Именем закона не смей меня бить. Именем закона не смей меня бить. Стой. Стойте. Стойте. Мы выиграем. Мы выиграем. Мы выиграем. Мы выиграем. О, я двоих. Я двоих. Все, как раз. Что это? Что это такое? Что это за штука такая? Если мы накопим за этот уровень слишком много денежек, я, может быть, и на персонажа накоплю. Может быть, и передумаю. Ну, смотря сколько денежек получим. Ай-яй-яй! Почему? Почему я не успел? Клоуны должны веселить, а не, уничтожать. Поэтому, клоун, развесели меня, пожалуйста. Не уничтожай, весели. Растения, растения выиграют, растения выиграют. План черный. Черный, 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 черный. Черный блен. Черный, 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 черный. Если хотя бы одно растение на несколько, на секунды, две, три здесь останется, мы проиграем. Зачем вообще об этом говорил? Что? Я не готов к такому. Где дефант? Я не понял, где дефант? Где дефант? Да где дефант? Интересная штука. Зомби таргет. Что это? Вот зомби. Чё? Почему? А ладно. Это что, какой-то волейбол, баскетбол? Что? Что здесь вообще творится? А, я понял, все, теперь я понял. Уничтожать, уничтожать, уничтожать. И должен быть я. Зомби, зомби, зомби. Нет! Нет!
Ребята, закончите это дело, пожалуйста. За меня. Пожалуйста. Давайте. 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 Нет, 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 пожалуйста, 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 пожалуйста. О. It's very bad. It's very bad. It's very bad, it's very bad, it's very bad. It's mine, it's mine, it's mine, it's mine, Нептун. It's mine, you, you. We lose. Мы проиграем. Уже два. Да, дело плохо. Нет, пожалуйста. Да почему? Меня съедают почти всегда плотоядные. Или какие они там? Короче, меня всегда съедают. А, уж нам конец. Я попробую их уничтожить, но нам конец. Нам полный конец. Три. Да. Вы уже надоели съедать. Привет, мега ум. И это мега прическа. 5-0. Нам конец, нам конец. Я даже вот увязываться не буду, нам конец. Ребят, вы не понимаете то, что нам конец. Хотя здесь валяются три совершенно пустых шарика. Меня опять съедят, меня сейчас опять съедят. Вот всегда, когда на мне яд или что-то фиолетовое, мне всегда едят. Ну нет. Короче, приступаем к плану Б. Новый персонаж. Мусорщик, помоги нам. Вот с этой штукой меня быстро не съедят. Поэтому не съедят-то не съедят, но убить-то убить могут. Давай, давай, давай. Нам конец. Пожалуйста, закончите это уже побыстрее. Если можно. Ладно, раз меня почти всегда съедают, я просто буду обстреливать тех, кто меня съедает. Ну или они будут обстреливать меня. Майор. Майор капитан оглушал. Нам конец. 8-0. Идеальненько. Кидать гранату. Вот завес. Или что там? Или как там говорят? Или что там вообще говорят? Я запутался чуть-чуть. Ребят, вы не против, если я здесь просто посижу? А то мне как-то нехорошо. Блин, ну почему здесь стекло? Хотел посмотреть, что там есть. Мы проиграли. Почему? Плюс 18? Ну можно считать 19?
этот плазменный горох уничтожил 42 противника. 50. Остается 20 с чем-то. Но нет, я хочу купить набор с легендаркой. И что там у нас? О, это легендарка! Я супер Брайна! Хот бинс! Горячие бобы! На-на-на-на-на-на-на! Фух, вот это да! Надо будет одеть. Вот это да. Я думаю, легендарки не будет. Но остается еще один матч. И что? Чтобы мы не получили, нам нужно 8000, и мы уже можем купить следующий набор. Нет, я хочу за зомби. Все, зомби. Уверен, что хотите быть зомби? Да, уверен. Кастюмизация. Hot Beans. Это просто что-то с чем-то. Вот оно. Hot Beans. Legendary. Что здесь еще есть у нас? Вот такие вот татуировочки новенькие появились. Так, окей. В принципе, все. Ух. Сила моих бобов. Власть, данная моими бобами, я буду сражаться. Бобы кипят. Что делать? Бобы кипят. И что-то там еще. Они идут. Россияне идут прямо на нас. Я стреляю прямо в них. Но ни разу не попадаю. Пора в укрытие. Так. Бобы кипят. Ребят, кому горяченьких бобов, а? Бобы, летите. Ой. Мне кажется... Или этих бобов не было? Нет, бобы-то эти были, но... По-моему, становится хуже. И как я знаю, почти во всех легендарках есть какая-то анимация, поэтому... Либо когда... Уа! Ты где? Ты где, Чомпер? Я тебя так просто не оставлю здесь, в чистую воду. Ай! Как он так далеко до меня достал? С бобами пока что ничего не происходит. Ну ладно, все равно это очень прикольная штука. Интересно выглядит. Супер-мега-бобы. О! Новый девиз. Бобы мощи вперед! Ура! Нет, бобы силы. Вот. Мои шарики теперь бобы силы. Бобы силы, вперед! Что-то эти бобы слегка подкачали, ладно. Бобы силы. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Вперед, бобы силы, вперед, бобы силы. Бобы силы сработали. Но я не успел убежать. Кто-то, у кого нету жизни, победил меня. Как это возможно? Ведь я Супер Брайан. Пинг. Что это за штука? Я не знаю, но мы выигрываем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я забыл прыгнуть. Я вообще случайно туда нажал. Так, наверху кто-нибудь есть? Так, там наверху никого нет. Ага. Я знаю, кто моя жертва будет. Давай. Есть! Все, теперь можно отсюда мотать. И как можно быстрее, самое главное. Так. Фух. Так. У меня их
немного, но и не... Как ты мог? Единственное, что я могу сказать. Как ты мог? Так, может быть, попробовать меня в чем-то новом? Я буду снайпером. Но не обычным, а лазерским снайпером. Так. Помогать, уничтожать. Так. Так. Окей. Крутимся, крутимся, дымы разгоняем. Крутимся, крутимся, не туда ушел я. Крутимся, крутимся, я не туда. Ух ты. Меня уничтожил кактус. Так, итого осталось прожить 2 минуты 10 секунд. Надеюсь, мы продержимся. Потому что если мы продержимся, нам дадут максимальный балл. Вот прям максимальное количество денег. Потому что у нас получается максимальное количество того, и того, и сего, и всего. Короче, неважно. На-на-на-на-на-на-на. Если по кому-то попадет. Но попало. Но очень слабо. Ой. Что это за штука? Я сломал какую-то штуковину. Единственное, что могу сделать. Я все свалю на растенье. Горячие бобы. Кому горячие бобы? Прямо с грили. Горячие бобы. Прямо с моей головы. Горячие бобы. Горячие сочные бобы. Были горячими сочными, пока меня не уничтожил какой-то неизвестный кто-то. О, 1 минута 10. Продержались еще 1 минуту. Так, вот ты молодец, то, что стоишь здесь и охраняешь. Хоба. Так. Может быть, ага, вот по ним стрельно. На-н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 а. На-на-на-на-на-на-на-на-на. Ассистенчество. Или как? О, почти 6-й уровень у меня. Мне нужно уничтожить кого-нибудь. А-ры-ру-ба-ра-ба-ба-ба-ба-бам. Ой, там много кактусов. Так, там много кактусов. И растений, и вот этих вот. Ой. Да кто по мне стреляет? Или это огонь был? О, меня вылечили. Это хорошо, потому что мне нужно уничтожить его. Да где ты? А, я его уничтожил, но мне 6-й уровень так не дали. Есть! Мы победили максимальное количество очков и максимальное количество денежек. О, растения пришли туда. Веселиться. А где я? Где я? Я без понятия, где я. Я где-то. Я где-то за домом. Так, лечение, уничтожение, умиление. И как там? 29. Стоп, а почему 29? А? Нам осталось совсем чуть-чуть. Совсем капель. До вот этого наборчика. Который я снова открою. Знаете что, я лучше выйду, потому что матчи идут слишком долго. Надо что-нибудь более маленькое. Например, обычные матчи с супер-меговскими растениями. Ой-ой-ой. Да, это самые эффективные маленькие матчи с супер-мега-растениями. Супер-бабы! Супер-бабы! У меня даже перчаточка на них осталась. Так, для того, чтобы нам обычный матч открыть... Вот, нам нужен тем ваништ.
Это обычная игра, но с костюмами. Нахождение. Найдись, пожалуйста. Он не находит, надо что-нибудь другое. Может быть, супербинатин попробовать? Или как там? Так, короче, просто микс. Там точно кто-то должен быть, микс-мод. Давай. Во, сразу нашел. Не то, что по отдельности. Только не говорите то, что надо ждать. Потому что почти всегда, когда этот Great White North, надо ждать игроков. А, игроков не надо ждать. Как надо. Но, по-моему, кто-то ждал. Супер Бин готовы. Так, стоп. Я играю за зомби. Ага, мы должны атаковать. А на каком сейчас локации, мне просто интересно. Первый? Не, кажется, на второй. Ну, смотря где я расположена. По-моему, на второй. Да, да, кажется, на второй. Появился новый игрок. Как это так? Кто он такой? Он... Ваш новый супергерой. Ха-ха-ха. Как же так? Кто это такой? Он ваш новый супергерой. Ребята, вы должны это сделать. Осталось всего-то 15 секунд. А мне это нужно всего-то 6000. Всего-то 6000. Но может быть я там что-то найду. Шестой уровень у меня. Но не совершилась моя мечта. Надо идти. Я, может, что-то найду. Никак не могу найти я себя на этом экране. Кто-то один кого-то вылечил. Ай, совсем мало денежек. Только 3000 надо. Всего-то 3000 надо. Вот бы сейчас был Тим Ваништ. Потому что я хочу получить еще одну легендарку. Самое главное, чтобы повезло. Мне должно повезти. Сейчас. Наверное. Не знаю. Может быть. Возможно. Маловероятно. 3, 2, 1, go. Тут. Так. Ну, раз мы находимся здесь, то мне нужен какой-нибудь самурай. Ага, ну пришло время мести. Хотя они не знают, что к чему, потому что это были не они, ну все. А, ну Орбс это в принципе почти то же самое, что и Тим Ваниш. Самое главное только найти зомбаков. Пострелять по ним, чтобы они заморозились. Лав. Миллионы огней. Давай, пожалуйста, я должен доползти до него. Я не успел доползти до него. Ай, где? Кто? Напанул? О, спасибо большое.
Ой, я забыл что-то слегка. То, что я не зомби. Уже привык быть зомби. Я подумал, это мои братаны. Хоть я совершенно от них отличаюсь. Но мне все равно, кто победит, кто проиграет, как обычно, потому что 2000 точно будет. Вот, ты похож на меня. Опа, есть. Орбс взять. Опа, орбс сажать. Ауч. Опять этот ученый. А может быть мне стать... например, огненным, нет, вот этим вот кактусом. Ведь я хороший снайпер, а у меня как раз дезодорант есть. Мы, кажется, проиграем. Но это еще не доказано, но можем. Минус 30. Ставить ловушку. Я не успел. Мне нужен тот, кто может стрелять быстро. А это никто иной, как... кукуруза. О! Зомби! Я здесь! Зомби! Я здесь. О, увидели фейерверк, увидели. Только они не знали, кто это. Быстрее кидайте вот эту штуку. Может, не испариться? Кто-нибудь, пожалуйста, попадитесь. Никто не попался, видимо. Угу. Так. Да. Незаметно кого-нибудь найти. Так, тихо. Супер Прайм. Остальные. Так. Бросать! Опа, одного. Один есть. Один точно есть. Хоп. Нет, почти! Дал бы еще хотя бы одну секунду. Ладно. Уничтожу его хотя бы. Может быть, маловероятно. Уничтожу? Его уничтожим. А почему он яйца не начал стрелять? Люди, идите сюда. Ой. Я забыл. Опять. Так, и что нам делать? Ну, мы выиграть уже точно не сможем. Слишком большое отставание. Поэтому есть только один план. Для меня самое главное сейчас это побыстрее проиграть тогда уж. Потому что мне нужно открыть наборчик с карточками. С легендарочкой. Картошечка мина. Мина картофельная. Уничтожь кого-нибудь, пожалуйста. Видимо, никого не уничтожил. Так, сейчас самое главное хорошо разбежаться и кинуть. Так, давай. Падай. Сейчас. Есть! Один готов.
Звери, пошли играть. Хочешь играть, а? Поиграть хочешь? Ой, у тебя что за маска? Это сыр? Или что? Нет. Мелкий, но смертельный не подходит. Тогда пускай будет ледяной. Так, осталось совсем чуть-чуть, и зомби выберут. Так, я хочу кого-нибудь заморозить. Тебе чуть-чуть, тебе один разочек. О, минус 50. Ой, это что сейчас было? Это было пламя. Вот что это было. Уй, колдовать, ничего не понимать. Хоп, колдовать, ничего не понимать. Ха, колдовать, ничего не понимать. Что? Так, сейчас у них останется 4 до победы. Так. Уй. И того у нас ничего. Ой, давай. Там кто-то есть, раз он стрелял по мне, значит, там кто-то. Нет. Времени на это. Нет, no времени about this. Нету времени на это. Им осталось... Вот так и знал, что один так не успел сказать. И последним был не я. Хоть что-то рады. Жалко, что это нельзя пропустить. Я бы побыстрее это хотел бы пропустить. 500! 8000! Стоп, 8000! Чаго. Ну все. Я предугадываю то, что у нас не будет легендарки. Вот даю вам слово, не будет легендарки. Вот не будет ее. Говорил же, не будет. Это у меня какой-то новый солидер. А, это тот с цветочками. Это ледяной. Это на того, на пирата, это на того, это на сего. Ладно, на этом, я думаю, буду заканчивать. Всем пока!